Всем привет, меня зовут Алла Богданова, мне 39 лет. Сейчас обучаюсь на курсе у Елены Червонец. На данном этапе я прохожу маски запросов в Яндексе. Очень интересный курс, так как раньше для меня было очень интересно, как же так создают рекламу в Яндексе. Всегда видела баннеры, которые сияют все время, когда заходишь в поисковик Яндекс, что-то себе вбиваешь, что-то ищешь, да, хочешь себе что-то купить, либо посмотреть, где что находится. Вот. Но никогда как бы не было такой задачи, как же это все создать. Создается. Ну и иногда были такие ощущения, что ну, мне это как бы не под силу, наверное. Это, наверное, все делается очень сложно, нужно очень много знаний. И как оказалось, да, знаний, конечно, нужно много, но Елена все прекрасно показывает и объясняет, как нужно работать, то есть поэтапно рассказывает каждый сегмент работы, то есть что нужно делать в самом начале, как подготовить страницу, как все оформить, как создать семантическое ядро, как сделать маски запросов. Все очень интересно. Вот, мне понравилось. Данный этап я прошла. То есть сейчас прошла, получается, создание семантического ядра и разбор на примерах там стоматологии, салоны красоты, то есть Елена все подробно показала и объясняла. Раньше для меня было как бы непонятно, что такое холодный запрос, что такое теплый запрос, что такое горячий запрос. То есть для меня это было как темный лес. Сейчас на данном этапе я уже начала разбираться, что такое холодный запрос и почему он холодный, и почему люди могут на этот запрос не приходить, какой запрос является горячим запросом и как мы можем с этого запроса получить результаты для клиента, то есть клиент может получить горячие заявки сразу же, то есть как он может получить какую-то прибавку в своем бизнесе в виде клиентов, в виде заработка. То есть мне это очень интересно, понравилось. Большое спасибо и буду рада дальше проходить курс. Спасибо большое.